Друзья, всем привет! Всех рад вас видеть. Ну что, давненько у нас не было. Давненько мы с вами не разбирали косяки Deus 2. Вы, наверное, по ним уже соскучились. А Deus 2, он хоть и прибор-то прикольный, хороший, дорогой, но косяков в нем предостаточно. Сегодня я вам покажу парочку косяков, которые очень сильно могут вам испортить жизнь. Мне они, в принципе, парочку раз жизнь подпортили, очень хорошо подпортили. В принципе, коп был испорчен. Сейчас я вам покажу приколы Deus 2. Многие, наверное, знают, а многие, кто собирается купить, об этом не знают. И для них будет интересно задуматься, а стоит ли брать Deus 2 с такими-то косяками. Ну что, сейчас я вам покажу. Суть в чем? Что Deus 2, не знаю, сэкономил денег, наверное, на разъемах и поставил самые что ни на есть уебищные разъемы для зарядки наушников и также для зарядки катушки. Почему нельзя было Type-C разъемы поставить, я не знаю. Ну, видать, это был более дешевый китайский вариант. Наверное, в Китае там за большую партию, наверное, там по центу за штуку эти разъемы брали и поставили в эти замечательные дорогущие приборы. И что из этого получается, сейчас я вам на примере покажу. Итак, друзья, смотрите. Я сейчас подзарядил катушку заряжаться, да? И этот разъем настолько сильно расхлябан, видите, лампочка у меня не горит, что его надо постоянно... Видите, что происходит? О, видите, надо искать положение, чтобы он заряжал эту катушку, чтобы в крокодил, да? Я говорю, я нормально им, если детектором я, может быть, пользуюсь очень не сильно аккуратно, то это все лежит в домашних условиях. Разъем очень имеет большой люфт. Видите, что происходит? И чтобы, к примеру, я прихожу ставить катушку на ночь, да? Поставил катушку. Не дай бог пройдет кошка у меня. Все. У меня так и получилось, что я выехал на коп, друзья. Собрался ехать на коп. С вечера поставил катушку. Катушка была в ноль высажена. С утра просыпаюсь, а у меня катушка вообще не горит. Вот ходил там, дрючил этот разъем, чтобы она у меня загорелась, да? Чтобы хоть немножко подзарядился. В итоге хватило у меня на час ходьбы, и в итоге коп был закончен. А если вы едете на весь день далеко, это вам сильно может испортить. Вот эти, ну ладно, крокодил хорошо, этот можно еще приобрести, купить, да? Другой, может быть, более повезет нормальным разъемом. Вот, ну ладно. Переходим к другому варианту. Теперь посмотрите, что происходит с ушами, с наушниками. Это вообще жесть. И это не то, что у меня разъем расшатался, да? Это у меня, как я купил прибор, вот разъем был такой. Видите? Смотрите. Сейчас я вам приближу даже наушники. О, такая же система. И чтобы мне поставить зарядиться наушники... Мне надо постоянно, вот смотрите, разъем вот постоянно всунут. О, вот в этом месте появилось. Вот, вот он пропадает, разъем. То есть я отправлял его на гарантию, да, данный блок. Проблема была с аккумулятором. С аккумулятором проблему решили, а с блоком нет. Трещина у меня, что ли, здесь? Вот это да. У меня трещина на стекле образовалась. Вот это поворот. Трещина вот здесь идет. По стеклу только сейчас заметил. Вот, ну ладно, трещина — это фигня. Вот видите, смотрите. О, вот. И вот мне надо поймать такое положение, чтобы наушники заряжались. Вот. Чуть в сторону, наушники не заряжаются. И тоже вот приходишь, все это выставляешь, и ты молишься земляному дедушке, чтобы у тебя не пропал контакт во время зарядки. Вот такая проблема есть у Deus 2. Это проблема механическая и, блин, поганая, очень поганая. Вот, друзья, вот такие вот проблемы могут произойти
с Deus Ex 2. Вроде как проблема пустяковая, но она реально может испортить жизнь. Вот эти разъемы, они очень ненадежные. Почему не сделать было другие? Это вопрос. Насчет трещины, да, вот тут реально идет трещина, я только сейчас заметил, при съемке, прикидываете, у меня здесь наклеено защитное стекло, у меня наушники с моря выходили, упали, об асфальт ударились. И многие говорят, зачем нужно это стекло? Вот зачем, если бы не было бы стекла, у меня было бы разбито дисплей. Вот это хорошее вложение. Ладно, друзья, все. Всем пока. Пишите в комментах, что думаете. И не забывайте, у нас есть группа, где все это можно обсудить в телеграм-канале и на фейсбуке. Ссылки в описании. Все. Всем пока.